первым, значит, это, я так понимаю, что все они из клуба «Надежда», правильно? Да. Все. И первым в этом десанте выступает Дима Хохальник. Я оставлю тебя. Я оставлю тебе эхо лестницы, шорох витрин, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил, и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Я оставлю тебе листопад, 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 запах майских надежд и помятый в пути треугольник. Может, вспомнишь тот взгляд и ответы мои не впопад. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно, и вернуться на миг. Эхо лестницы, шорох витрин, мой звонок в коридоре, несмелый, смешной, короткий, может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке. Может, вспомнишь слова, что, прощаясь, тебе говорил рыжий парень в зеленой, нелепо торчащей пилотке.